на георгин каларита денди высевают на рассаду в апреле, а на постоянное место – в мае. Высадку растений в цветник производят в конце мая, июня. Культура светолюбива, нуждается в регулярном поливе, но не переносит застоя влаги. Зацветает рано, в конце июня. Цветочки разноцветные, красные, желтые, оранжевые, белые. Серединка желто-оранжевая. Диаметр цветов достигает до от 8 до 9 см. Культура обильно цветет до заморозков. Использовать георгины каларита денди можно для оформления садового участка или выращивания в уличных цветниках. Георгина махровая каларита денди – это травянистый высотой от 50 до 60 см. Цветет растение в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка – смесь окрасок. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.